Всем привет, дорогие друзья, с вами Неозар, и в данном видео я хочу вам рассказать о лучшем для меня магазине видеоигр, в котором я покупаю все свои видеоигры. Магазин называется Steam Buy. Steam Buy — это лучшие конкурсы, лучшие распродажи, лучшие подарки только для вас по самым выгодным ценам на сегодняшний день. Давайте просто сравним. Например, возьмем игрушку Hitman и посмотрим, сколько она стоит в данном магазине. В данном магазине игрушка Hitman предзаказ стоит 995 рублей. Перейдем на сайт Steam и посмотрим, сколько стоит игрушка Hitman предзаказ в Steam. В Steam она стоит 1299 рублей. Я думаю, что разница очевидна. Всем советую данный магазин. Ссылочка на данный магазин будет под видео. Также не забывайте использовать промокод, который также будет под видео для дополнительной скидки. Всем спасибо. Всем привет, дорогие друзья. С вами канал Zar Best Game. Я Neozar. И это прохождение игрушки Rise of the Tomb Raider. И это DirectX 12. Что ж, поехали. Продолжаем. Так, Ларочка, нам куда-то с тобой сюда. По-моему, да? Здесь не будет никаких у нас врагов таких лютых. Так, ну вот сглазил, блин. Что это, кто это? Ух ты, кто это, блин? Ну-ка, отдай к нам шкуру. Молодец. Ладно, пробираемся дальше. А, вот ты здесь загрыз кого-то даже, ах ты, мразь такая. Мразь, мразь, мразь. Так, а что здесь у нас? Ну-ка, давай-ка сюда-ка. Куда мы можем здесь попасть? Вообще мы сюда с вами идем. В принципе, как бы сюда. В принципе, мы с вами там не обыскали ничего. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ларчик, не тупи, а? Встань. Встань, дорогая. Ну что ты делаешь, а? Вот. Тонкий кремниевый наконечник стрелы с желобками, разломленный надвое. Выглядит знакомо. Такие же находили в Америке. Техника осталась той же, несмотря на путешествие через полмира. Ну вот, нашли с вами какой-то ништячок. Отлично. Так, давайте еще обыщем, что у нас здесь может быть. Что нам еще пригодится. Вроде как больше ничего у нас нету. Так что давайте идти дальше. Так, давай, дорогуша. Давай, 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 вперед. Так. Внимание! Кажется, мы потеряли контакт с командой из Нижней долины. Вы их видите? Никак нет. Вероятный противник. Возможно, просто радиопомехи, но Константин не любит рисковать. Так, кто здесь у нас? Опа! На тебе, блядь! Отлично. Не будешь стоять у меня на пути. Теперь, а дальше нам куда? Сюда? Сюда? Да, отлично. Идем дальше. Опа. Молодец. Просто молодец. Давай я смотрю, что у нас здесь есть. Так, как ты у меня упала, а? Вот ты мне скажи, как ты упасть могла?
Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. Святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Ну, то есть ясно, что это что-то ценное, а что да как, наверху толком не говорят. Опа, еще один стоит. Ну, получай. Вот так вот тебе. Я туда правильно упал сам, чтобы я тебя не скинул. Ух ты! Тихо. Как мне отсюда вылезти, а? Отсюда не вылезем, просто мы застряли в полигонах, я даже ничего не мог так сделать. Так чего, все? И что будет, когда они найдут Атлас? Атлас — это карта. Он должен указать путь к тому, что стерегут местные. К святому источнику, который ищет Константин. Вот насчет него мне как-то непонятно. Зато мне понятно, что сейчас тебе будут кранты. Так, тихо. Почему ты так опять сюда свалился? О, ну хоть сейчас мы с вами не упали. Отлично, давай, Ларочка, вперед. Мне нужен результат. Ставки высоки, как и так. Мы добрались до нижнего уровня, но возникла новая проблема. Мы потеряли группу прикрытия. Что значит потеряли? Ни связи, ни визуального контакта. Они исчезли. Продолжайте действовать. Это нарушает условия операции, мэм. Возникают неоправданные риски. Вы можете выполнить задание без них? Мэм, кажется, мы внизу не одни. Мне нужна огневая поддержка. Интересно, а кто там внизу? У нас не хватает людей. Он должен быть внизу. Должен, но не обязан. Да, что-то многовато как-то здесь. Да давай, правильно. Хватай ее, блядь. Убить безоружную? Это жестоко даже для тебя, Ула. Хотя, впрочем, я знаю, почему ты не стреляешь. Убьешь меня, и мои люди тут же тебя прикончат. Хоть с этим они справляются лучше тебя. Заткнись! Не двигаться! Ты в западне! Убить ее! Живо! Я
Соглашайся на мое предложение, Лара. И пошла так. Пока не поздно. Просто стало, когда ты предала мою семью. Я соберу отпуск, Анна. Кто-то там внизу убивает моих людей, Лара. Если им его не найти, то тебе и подавно. Иди к черту! Я полностью кровь с тобой согласен. Кровь идет к вам. Убейте ее и добудьте этот чертов атлас. Так, что здесь у нас? Крофт продолжает ставить нам палки в колеса. Она сплотила народ долины, вытащила их из своих убогих лачуг и помогла одержать несколько побед подряд. Вот бы объяснить ей, как она ошибается, как нелепы ее моральные принципы. Этому миру уже не помочь полумерами. Его не спасти в одиночку. А раскрывать ему тайны святого источника — это сущее безумие. Можно ли склонить ее на сторону Ордена? Раньше я считала, что да. Но теперь нет. Мы с ней были близки, были связаны. Но теперь, похоже, выбора нет. Ее нужно сломить. У меня получится. Я ломала и не таких. Ну, посмотрим, кто кого сломит. Сломить ведь... Так, я думаю, нам сюда. Давай подбираемся, подбираемся. Это он. Не иначе. Ну да, похож. Старая фреска. А это сосуды с греческим огнем. Бессмертная армия пророка. Да еще и с греческим огнем. Они были непобедимы. Я опередила Анну, но не знаю, во что ввязалась. Кто-то прячется здесь, в темноте. Но я должна идти дальше. Я зашла уже слишком далеко. Анна думает, что знает меня. Может, в какой-то степени это и так, но она не знает всего. И пока она недооценивает меня, у меня есть преимущество. Так, что мы еще с вами можем улучшить? Давайте попробуем улучшить автомат. Что у нас здесь можно улучшить? Так, магазин. Окей. Я думаю, что нам нужно сделать с вами стрелы. Так. И это полное. Окей. Ну, теперь можем и повоевать чуть-чуть, наверное. Вперед. Фу. Чем так? О, нет. Его сожгли заживо. Обалдеть, а. Это же какой-то Resident Evil, блин. Дайте мне уйти. Только не так. Да ладно, подохни же. Кто на такое способен? Ты хер его знает, кто это. Что за чертовщина? Нормально. Так, мне нужно опередить троицу. Что ж, вперед тогда. Мы узнали, что пророк прибыл в Константинополь, но не обратили внимания. Великий город всегда привлекал безумцев и обманщиков, утверждавших, что с ними говорит Бог. Мы слышали невероятные истории о чудесах, явленных пророком, но все равно не стали его искать. Но потом мы услышали его речи, увидели, как его истина рекой лилась по форуму Константина. Он не утверждал, что говорит за Бога, напротив, он говорил, что ни один человек на это не способен. Но его мудрость была неоспорима, и никто из нас на форуме не мог его опровергнуть.
Нужно побольше разузнать о нем. Я должен снова услышать его. Услышишь когда-нибудь, наверное. Так, здесь у нас больше ничего нет хорошего? Вроде как нет, ладно. Ну, двигаемся вперед. Началось, блин. Ну-ка. Давай, давай, давай. Цель обнаружена. Быстрее, быстрее. Опа. Тихо. Есть. Термит готов. Установи заряд. Блять, тварина такая, а? Ты взялся здесь, блядь. Тихо, так, тихо, лишился несколько. Получай, блядь. Стали. Так, где ты где стреляешь? Гаденыш, блядь. Гости!
надо. Может слететь на воздух. Нужно спешить. Да, давай, быстрее. Эй, сучка здесь! На себе, блин. Давай, Ларочка, давай. Кажется, я нашла выход. Статуя стоит неустойчиво. Придется использовать греческий огонь. Что-то его, мне кажется, уже не надо использовать. Она уже практически упала, эта статуя. Нужно разрушить последние опоры. Мне понадобится больше сосудов. Осталось только их найти. Да? Где их найти? Сначала нужно найти сосуд с греческим огнем. Еще сосуды с греческим огнем. Их так много. Да, ни одного не вижу. А, вот они где у нас. Окей, что-то здесь нам нужно, значит, придумать.
Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Я понял. Как пока тут не понял. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Так, как его нам переправить? Снова сосуды с греческим огнем. Нужно переправить один на ту сторону. Так, ну это все понятно. Так куда нам его прицепить? Как это сделать? Ну-ка. Так, это, конечно, хорошо. Как теперь их соединить? Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Делара, я уже слышал, что здесь остались дела, дела. Ты мне вот скажи, как прицепить эту херотень. А, вот так вот. Отлично. Значит, это мы провязали с вами. Теперь мне как-то вот нужно с места сдвинуть. Попробуем. Тебе здравствуйте называется. Я ваша тетя. Тут еще остались дела. Я вернусь этим путем. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Осталась последняя опора. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да, нужен еще один. Где его взять, наверное? Приблизительно знаю, где его взять. Наверняка с той стороны что-то будет у нас. Сейчас узнаем. Кажется, мне нужен еще сосуд. Так, сосуд, сосуд, сосуд. Все-таки там этот сосуд нужно будет как-то прицепить. Понятно.
отсюда вылезем с тобой. Передвинуть это дело. Такс. Такс. Не уверен, что мы отсюда сейчас сосуд просто вытащим, потому что здесь что-то все горит как-то. Стрельноватенько. Спокойно. Есть. Думал, что здесь с этой стороны не получится. Нужно что-то с другой стороны искать. Кажется, мне нужен еще сосуд. Чтобы подняться наверх, да? Так, хорошо, где нам это сделать? Точнее, как нам это сделать? Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Так, а вот здесь у нас не сосуд случайно. Нельзя его как-то выдернуть отсюда? Смотри-ка, ну-ка давай, попробуем. Так, куда у нас этот сосуд потек? Куда, да? Только если взорвать его. Хорошего. В принципе, вот этого могли взорвать. Зачем мы его сюда, блин, теперь дернули? Так, горит все? Это подрасчистит путь. Да, точно. Это подрасчистило путь. Давай-ка. Теперь, по идее, у нас этот сосуд должен пробраться туда. Только не взорвись, а? Если как-то задействовать воду... Что-то я не до конца понимаю. Придется вернуться позже. Кажется, мне нужен еще сосуд. Да я понял, что тебе нужен сосуд. Чем тебе сосуд нужен, нам нужно что-то задействовать. Что мы можем здесь задействовать, в принципе? Здесь у нас все закрыто.
Неплохо. Эта хрень взрывается. Ладно, понял. Нельзя приближать его к огню. Может прикрепить к чему-нибудь. К чему? Куда-нибудь сматываемся отсюда. Мне что-то не нравится, не хочется с этими даже разбираться. Кто там сзади-то? Сюда могли добежать. О, нет! Нет, нет! Да нормально все, нормально. Черт, а? Обсерваторию в горах. Хорошо.
Давай, девочка, давай, давай, давай. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Так, здесь, по-моему, выйти. Делаешь? Где ты? Я тут наверху, в какой-то крепости. Скажи спасибо Якову, его люди нашли меня полумертвым. Подумать только, ты пришел за мной. А чего удивительного? Я же обещал о тебе заботиться. Я не мог бросить тебя здесь одну. Поднимаюсь к тебе. Не вздумай оттуда уйти. Я и не собирался. Ты там поосторожней. Фух. И мы с вами выбрались. Да, это было то еще приключение. Что ж, друзья, здесь мы остановимся с вами и увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. С вами был Неозар, и пока-пока.